И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега и немного подписчиков. Сегодня мы играем в Майнкрафт. Вам всем понравилась рубрика «Битва строителей». И сегодня мы приготовили вам классные постройки. Ребята, поздравайтесь. Всем привет. Здорово. Первая постройка, мы будем строить любого персонажа с Undertale, а вторая постройка любого SCP. Если пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы начинаем строительство. Как всегда, у меня постройки все одинаковые. Мне даже написали: «Димас, надо научиться строить». Я, может, нехорошо строю, но зато весело. Папайрус у нас же вообще мужик высокий. О, я знаю, я ему сделаю ребра, как будто у него торчат. Так, ой, не туда. Чпонькс. О, кстати, хоть прикольно получается. Я не ожидал, что так получится по-конченному. Как всегда. Так, здесь у нас... Чинь-чинь. А сколько у папайруса ребер? Кто помнит? 6. Спасибо, ребят. Четкое число, мне нравится. Кто сколько знает, столько и сказал. Нормально, пойдет тоже так. Хорошо, мы сделаем меньше. Вы же помните, что 3 минуты дается на постройку? Блин, ладно, давайте вот так сделаем. Время пошло, у нас я забыл засечь. Уже 1,5 минуты прошло. Может, там плюс-минус. Чинг. Надеюсь, будет похоже на папайруса. Чуть-чуть. Такс, такс. Отличненько. Давайте мы тут скрепим немножко эти ребра. Блин, я не умею черепа строить, но в этом, наверное, есть прикол. Что должно быть смешно. Такс. Блин, да как эти черепа люди строят? Как-то строят же. Так, давайте возьмем, будем делать глаза. Блин, а глаза не получится, наверное. О, алмазные будут глаза у нас. Сразу возьмем кнопочки. Ой, не взяли. Чинг. У меня какая-то утка получилась. Не голова. Как люди классно умеют такие на раз постройки строить? Я не знаю. Как у них так получается? Так. Блин, у меня Спанч Боба получился. Сквидвард. Ну что, ребята, осталось 1,5 минутки, и все, и заканчиваем. Так. Ну все, короче, я закончил. Пусть будет так. Короче, что я построил, я так и не понял. Руки забыл построить. Да, папайрус рулит сегодня. Такс, такс, такс. Такс, 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 такс. Вот так вот как-то. Не знаю зачем, но пусть будет. Чинг, чинг. Все, я закончил. Все, ребята, давайте летим на середину. И давайте начнем с этого края вот. От 1 до 10, как обычно, оцениваем. Ребята, пишите в комментариях тоже свои оценки. Кстати, мы построили постройки, те, которые вы написали в комментариях. И не забывайте подписываться на канал и ставить лайкосик. Я ставлю оценочку 7. Так как не сильно я узнал это. Я ставлю 8. Хорошо. Я 6. Красавчик. Твердая 7. Во, Серега, молодец, как и я оценил. 4. Давайте еще раз так посмотрим. В принципе, неплохо, мне нравится. Следующая построечка у нас... О, это Чара! Или это Фриск? Фриск, Фриск. Это Винни-Пух. Кстати, молодцы, ребят, в этот раз вы очень быстро уже строите, и все прикольно получается. Ставлю 8. Даже 9 ставлю, так как узнаваемо, в принципе, за такое короткое время хорошо построил. 9. 10 из 10, понял. 8 из 9. 8 из 9. 11 из 8, я понял, все четенько сходится. Так, следующая у нас эта постройка будет какая?
А что это такое? Кто? Я забыл, как этого зовут, челик. Это как её там, Альфис. Понял. Это не Альфис, это хомяк какой-то. Я не знаю, кто это. Ящерица, это хомяк какой-то. Я не помню, как её строили. Я, короче, оценочка 7. Четвёрка. Заняшность. Тут вот еще написано табличка. А, я рукожоп. А, ну все, тогда 9. Для рукожопа ты хорошо построил. 12. Ребята, давайте. Следующая постройка моя. Только не смейтесь, это папайрус. Папайрус, что с тобой стал? Да нормально, ну что вы сразу, ну я старался. Сквидвард, что они с тобой сделали? Это Сквидвард Спанч Боба, реально похоже. Это скелет Сквидварда. Я не умею черепа рисовать. Не надо высокую оставить оценку. Ты мне написали, что вы мне завышаете оценку. Ставьте реальную. Какая может быть? С минусом. Вот, в принципе, я согласен. Во, нормально. Я ребра делал долго. Долго не... Они легко делаются. Нормально, пойдет. Так, давайте тогда следующая постройка у нас Санс. А что у него на глазу? Это плохие времена у него начались, когда Чара убила его брата. А что это рядом за бутылка? А почитай табличку. Вот таблички. Понял, смотрю. На табличке написано кетчуп. А лучше почитай вот эти две. Вот эти две почитай. Читаем. Санс Скелетон любит кетчуп. Очень ленивый. Понял. Все сходится. А ну, повелитель погоды и времени, сделай нам день. Да будет свет. Да будет свет, сказал Серега и прописал команду. А оценки чё? А, оценочка 9. 9 с плюсом, ладно, там есть такая оценка? Будет. 9. Это дикая собака. Собака Динго. Это надоедливый щенок. О, это Тоби Фокс. Разработчик. Во, кстати, вот это прикольная постройка, мне нравится. Классно. Кто-то построил? Это я помог чуть-чуть. Понял. 9 из 10. Ну что, ребята, напишите в комментариях, чья постройка вам больше всех понравилась, а мы будем следующую постройку делать из цепи. Так, сейчас мы сделаем ее большую. И у нее руки вперед вытянутые. Да. А мне нравится, знаешь, чем эта из цепи нравится статуя? Потому что она очень классно убивает людей. Нельзя моргать. Это, кстати, очень интересно сделано. Вообще, кто придумал SCP, вообще красавчики. Я помню, что у нее на жопе что-то коричневое там постоянно. Какой-то у меня пузатый. SCP и пузатый объелся. Почему у меня добрые все получаются и смешные? Блин, вы так наугараете, что я тут настроил. Так, уши. Интересно. Все, ребята, я в принципе закончил. Я строитель от бога. Я не знаю, почему. Я не профессиональный майнкрафтер, но мне нравится эта рубрика, потому что можно поугарать. Так, ну что, все закончили? Да. Все, бросаем свои постройки, начинаем смотреть. Давайте с моей начнем. Самой обычной. Это что за покемон? Это статуя, она просто очень добрая. Почему у него памперс? Почему у него? Ну жопа грязная, не знаю почему, но разработчика так. Это статуя ребенок, во, все, я понял. Так, ну что, ребят, оценивайте как есть, я не обижусь. 4 с плюсом. Вот так, честно, я даже думал, вы двое кто-то поставить. В принципе, было бы честно. Если бы я построил бы свинья-ребенок, может быть, было бы 8 или 7. Так как это из цепи, то тут троечка. Но мне нравится. Так, ладно, давайте от позора перейдем к нормальным постройкам. Так, эта постройка у нас. Кто сделал ее? Это слизь. Моя. Это у нас получается слизь. SCP-999. А что это за летучая мышь тут летает? Вы слышите? А, это в нем летучие мыши? Да, посмотри. А я думаю, что она пищит? Ого! Он что, их съел, что ли? Да. Чувство, как будто это он пищит, да? Ага, наверное, в этом и был замысел. Да. А что они тут понаплаждались? Они в темноте просто появились? Да. Все, я понял. Короче, ставлю оценку 8. 9. Так, ладно, летим в следующую постройку смотреть.
Следующая постройка. Воу. Это тот, которого карман может забрать себе? Да. А, все, ребята, я вспомнил. Ладно, ставлю оценку 8. Семерка. Пойдет. Ладно, давайте следующую постройку. А что это у нас следующая постройка? А что это? И сюда. Так, идем, давайте вот, посмотрим, смотри, что вот здесь у нас. Вот. Идем. Воу, что у нас тут дальше? Это SCP-лестница. А-а-а, бесконечная лестница. Я вспомнил, мы проходили на Гаррис Мод такую карту. Она реально там бесконечная была. Ладно, ставлю 9 за старание и за задумку. Очень прикольно сделано. 10. А что это такое, я не знаю. Это горячий челик. Горячий скелет. А, я помню такого. Он, короче, кто рядом, он может поджигать людей, да? Да. Ну, так как это ничего не понятно, я реально поставлю 4. Именно за то, что человек старался. Так вообще непонятно, что это. Просто... Пятерка с плюсом. Горячие какие-то камни просто, и все. И ничего больше. Тройка. Ладно, давайте следующую постройку. Это у нас... Это печенька. Я пытался сделать печеньку, но похоже это на бомжа какого-то. Печенька-бомж. Я поставлю оценку... Ну, 8. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все. Пока!